Гипотим это человек, который живет в стрессе, он живет стрессом, это у него вот как раз вот, и поэтому он ко всему готов. Если кто помнит... Он самый позитивный, наверное, если вот прям всем стресс одновременно устроить, ему вообще самое нормальное, прям хорошо ему. Вот я просто вспоминаю, был такой мультфильм «Тайна третьей планеты» по Киру Булычеву. И вот там вот капитан с... Да, все время нудил. «Ну что у нас плохого?» – спрашивал он. Вот. И вот как раз это вот как раз та самая тема гипотима. И поэтому, когда наконец случается стресс, он, гипотим счастлив. Он говорит, этого следовало ждать. Собственно, поэтому понимаете? Поэтому будем делать так и так. Да? Вот. И поэтому он себя восстанавливает, он себя держит. И даже когда это страшно и непонятно, даже когда вокруг ничего непонятно, гипотим злится. Гипотим злится, но вот то, что помогает ему жить, это нежели богато, нефиг начинать. Понимаете? То есть вот, вот эта вот ненависть к хорошей жизни... Такая вот комфорту, там, я не знаю, комфорту, к хорошему понимаете? Настроению. К хорошему настроению. То есть, чего вы такие веселые-то? Тупые, что ли? Вот. То есть, вот она у гипотима. Ну и в крайнем случае гипотим, он просто тихо где-нибудь прячется в углу и тихо умирает. Это тоже вот его... Вот, и сверхспособности гипотима, вот они как раз в стрессе оживают. А сверхспособность гипотима, это что? Это выживание при любых условиях. Это возможность питаться пылью. Праной. Праной. Ну, там не праной даже, нет, это вот сероводородом скорее. То есть, вот он способен питаться. Выхлопными газами способен питаться. Вот выживание, выживание везде. Такая вот сверхспособность. В невозможных условиях. Да, ага. И вторая, вторая сверхспособность – это постоянный отрицательный фон настроения. То есть постоянный это фон. Это положительный у него такая сверхспособность. А я черт его знает, положительный или нет, он стабилен, понимаешь? В отличие, например, от гипертима, который так… Его не удивишь какой-нибудь хренью. Его вообще ничем не удивишь. Давайте назовем это просто отсутствие этих самых ожиданий. Да. Вот. Да, не строит. И это будет позитивная способность. Да, то есть это действительно просто отсутствие, отсутствие ожиданий. Потому что это же про них история, про то, что мама, как у вас дела? Говорит, ну, мама, что у вас хорошего в жизни случилось? Сынок, ну что хорошего может случиться у меня в жизни? Ну да. И сразу тоже вспоминается такой, если вам неожиданно стало плохо на улице, вспомните, а было ли вам когда-нибудь хорошо? Вот, вот как раз гипотиму никогда хорошо не было, поэтому... Поскольку информация может быть полезна не только вам, но и многим другим людям, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.